который умеет разговаривать. Ой, чешуйский кот, ты волшебство для меня. Есть волшебство. А еще что такое волшебство? Что такое волшебство? Наверное, когда зубик превращается в настоящую монетку. Ты когда-нибудь слышал такую историю чешуйский кот? Такое бывает. Конечно, это настоящая зубная фея. Ну что, ребятки, а еще что такое волшебство? Когда что-то испаряется или какое-нибудь что-то блестящее. Нет, это волшебство. Воплощается в реальность. Это волшебство? Точно, смотрите, значит, мы настоящее волшебство, это правда? Правда. Чешуйский кот, это так здорово быть настоящим волшебством. Скажите, а если вы верите в волшебство, то вы точно знаете, что за волшебством подглядывать? Нет. Нельзя ни в коем случае. Что же нужно закрыть? Глаз, точно. Нужно всем закрыть глазки. Алиса, я проверю. Проверяй. Давай. Так, если хоть кто-то будет один подглядывать... О, закрывай скорее глазки, мы все видим. Закрывай глазки. Так, вроде бы никто не подглядывает. Тогда можно начинать волшебный отсчет. А вы скольки чешуйский котик будет сегодня считать? До 15. До 15? Волшебных 15. Правильно, до волшебных 15. Всем я считаю до 15. О, подожди, еще не все закрыли глазки. Вон те ребята подглядывают. Мурмяу, ребят. Так нельзя. Еще никто не подглядывает. Тогда можно начинать отсчет. Тихонечко, чтобы волшебство не шпугнуть.
Подними руки вперед. Давай, посчитай, а и сейчас каждый сможет перезанять все равно попугая.